Отсутствие морозной и снежной погоды не отменяет любимые январские праздники. Звонкими колядками и торжественными гимнами звучало в Курске Рождество. Ночь 6 на 7 января тысячи верующих провели в храмах, а затем встретились на традиционном фестивале в драмтеатре. Радость, ликование, надежды на светлое завтра. Особую атмосферу праздника создавали воспитанники воскресных школ. Нарядные, веселые, счастливые. Ребята готовились к выступлению с начала осени. Сейчас колядки звучат со сцены. А потом, по старой русской традиции, юные артисты отправятся в гости к соседям. С песней не расстанутся всю святочную неделю. Заверили, все, что наколядуют, пожертвуют в храм. Этот концерт, ну, самый первый, который нам принес какие-то чувства Рождества. Там мы все вместе, вот, у нас школа, и мы сейчас практически все школы будем выступать, и нам очень хочется хорошо выступить. Чтобы встретить Рождество с чистой душой, верующие постились на протяжении 40 дней. Ограничивали себя не только и не столько в еде. Важно не допускать дурных мыслей и поступков. Любимый семейный праздник – это возможность стать лучше. Что мы вспоминали о вечном, что помнили о Боге, о Его спасительной заповеди. Помнили о том, что Господь Спаситель Иисус Христос родился в сердцах как можно большего числа людей. Чтобы мы критически относились порой к своим поступкам, как мы много ли делаем добра, как мы относимся к ближним. Сейчас атмосфера, которую мы вот вместе с митрополией нашей Русской Православной Церкви, но здесь стараемся создать, чтобы было единение, чтобы поменьше было распри. Рождественский фестиваль положил начало целой череде мероприятий. Они продлятся в нашем регионе всю неделю. Ангелина Рязанцева, Сергей Дорохов, телеканал 7.